mission that these children are going to give to you now. We hope you join in. And if they try and come to you, can you send them back to do their job? That's the last thing. Здравствуйте, уважаемые папа, мама. Мы рады приветствовать вас на ассамблее, посвященной теме исследования «Песок и вода». И наша сегодняшняя тема исследования – это небольшой маленький отчет перед вами о том, что дети делают в детском саду. И небольшая просьба, если дети попытаются подойти к вам, ну, что происходит часто, когда они видят маму и папу, да, пожалуйста, не могли бы вы нам помочь в том, чтобы сориентировать на ассамблею? Our assembly is based on the unit that they were doing in preschool one at the end of the year, based on water and sand. But I think you'll find that the teachers and the students have something a little bit special for you. Наша ассамблея посвящена теме исследования песок и вода. Okay. Thank you.
Thank you.
Давайте я вам его прочитаю. Дорогие ребята, я, царь знаний, приглашаю вас к себе в гости на Child Island, но попасть на них непросто. Добраться туда можно только на корабле. Вам предстоит пройти через испытание. Дорогу вам укажет карта. Желаю успеха. До встречи на Child Island. Итак, ребята, пока наш корабль отправляется в путь, мы споем песню «Что же другу подарить?». Вот, вот, вот.
Нет, уже танец встаем. Ребята, мы становимся так, как танцуем танец, не в одну линию. Ребята. Наши матросы очень волнуются. Мы хотели бы, чтобы вы их поддержали. Спасибо. А вот и я сижу. Вот.
швартовы, поднять якоря, полный вперед, якорь де кутеремес, алга, есть полный вперед, хоппала де алга. Что слышите? Не есть до нас? Слышим стихи, и как дети танцуют. Так повторим, балалардын берегинен естимес. Ну конечно, ведь впереди у нас музыкальный танцевальный остров, а стихи нам расскажут Кымбат, Аяна и Айнура. Кымбатуля, Аяночка и Айнурочка просим прийти вас в центр и рассказать свои стихи. Кымбатуля, проходи в центр. Громко рассказывай. Ой, Иисус, я помогу.
очень много экзотических животных, и наши дети сейчас изобразят их. Ребята, мы сейчас будем изображать животных. Все становимся полукруг. А папа нет еще. Ярочка, ты решила. Шабарус, балага, рамос, рамос. Суда айталамыз ба? Көп су деп.
коксу волосы. Это не уйдет. О, Мария. Суды сыз, я? Суды сары суды. Айта ладно спа? Жоп, айта май. Я? Уйткені судым сы. Кандай болады? Мөлдер болады, я? Ел осы суға? На ойыншықтарымыз, салып көрек, на ойыншықтарымыз салып шығын. Салып көрек, балдар, кәне, заклярыңыз. Не боласын, кәне, кәне, жақсы. Не болдысын, қараңыз. Не болды? Суды, ішіне, ойыншық қалай көрінеді? Анық көрінеді, е? Айқын көрінеді екен судың ішіне. Суды түсі, өлдір. Енді балдар, қараңыз. Бізде үйде мамаларымыз тамақ істегенде, тамақтың иісі бүкіл үйді алып кетеді, е? Ал мұндай гүлдердің иісі болады. Кәне, сен көріңізші, иісі бар ма? Иісі бар ма? Қандай жағымды иіс, е? Жағымды иіс, е? Енді суды иіскеп көрек, суды несі бар ма? Амирхан. Ортаға шығып.
Да, 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 да
Аплодируем нашим юным матросам!